Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Вначале коротко о том, что сегодня в выпуске. Сегодня у нас будет в втором микрорайоне производиться работа по обслуживанию запорной арматуры на тепловых сетях. Еженедельное совещание у главы города. Сегодня под трехцветным флагом живет и развивается новая Россия. Десногорцы отметили День российского флага. Мы начинаем экспозицию с детей 4 лет. Художественная выставка студии мастерской «Власовы арт». Результаты есть ощутимые. Мы уже с ними выходим на наших партнеров. Новости Росатома. Российские ученые создают вечный автомобильный катализатор. А теперь об этих и других событиях подробнее. Уроженец Смоленской области Александр Мисуркин готовится к очередному полету в космос. Он вошел в состав основного экипажа МКС-53-54, сообщается на официальной страничке Роскосмоса ВКонтакте. Компанию Александру составят 2 астронавта НАСА. Старт экипажа намечен на 13 сентября. В Смоленской области идет уборочная страда. На полях уже намолочены первые 50 тысяч тонн зерна. Дождливое лето затянуло начало уборки на 2 недели, зато урожайность в этом году в 1,5 раза выше прошлогодних показателей. В среднем каждый гектар дает по 36 центнеров зерна. Убирают пшеницу, гречиху и рапс. 22 августа состоялось плановое оперативное совещание главы Десногорска с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города. Подробнее об этом в нашем сюжете. Комитет по имуществу сделал объявление для десногорцев, которые стоят в очереди на получение жилья. Нужно предоставить документ в комитет, документы, подтверждающие их статус. Или обратиться по телефону 7321-727-728. Коммунальные службы готовят город к зиме. Сегодня у нас будет в втором микрорайоне производиться работа по обслуживанию запорной арматуры на тепловых сетях с переключениями. Но стараемся, чтобы жители не заметили никаких перебоев в снабжении горячей водой. Поэтому все идет по графику. Председатель комитета по культуре доложила о предстоящих мероприятиях на этой неделе. 26 числа состоится открытие первенство Смоленской области по бадминтону «Атомный баланс». 29 августа в ГЦД пройдет традиционная педконференция. В рамках конференции также пройдет чествование педагогов, героев видеороликов и их авторов творческого конкурса «Слава Созидателю», а также представление новых героев видеороликов. Безработица в Десногорске составляет 0,66%. Делегация из Кыргызстана посадила клен на аллее мира в Смоленске. Гости из Средней Азии приехали в наш регион, чтобы почтить память летчиков-героев Великой Отечественной войны Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева, которые погибли в марте 1944 года. Кроме того, киргизская делегация побывала и на других захоронениях, расположенных на территории Смоленской области. Через Смоленск прошел комбинированный пробег, посвященный 90-летию ДОСААФ России. Акция стартовала во Владивостоке 5 июля. Затем пробег разделился на 2 маршрута. Один из них завершился в Севастополе, а второй, участники которого и побывали в Смоленске, финишировал в столице Белоруссии 22 августа. 22 августа россияне отметили День государственного флага. Праздничные мероприятия прошли и в нашем городе. Подробности прямо сейчас. В Десногорске к этому празднику готовились очень ответственно. На площади перед летней эстрадой волонтеры студенческого актива «ОСА и поколение» провели акцию «Мы патриоты России», в ходе которой раздавали трехцветные ленточки в знак единства граждан страны. Сотрудники молодежного центра Десногорска подготовили для самых маленьких горожан детский праздник «Микрошка». Продолжили детскую программу работники городского центра досуга, которые провели с ребятами познавательную игру «Флагом я своим горжусь». Всех десногорцев с Днем государственного флага Российской Федерации поздравил глава города Андрей Шубин. День флага России – это праздник настоящих патриотов. Те, кто гордится своей свободной независимой страной, своей малой родиной и делает все, чтобы она процветала. Желаю всем вам мира, счастья, здоровья и благополучия.
а затем начался праздничный концерт под флагом России. Со сцены звучали любимые песни многих горожан в исполнении ансамбля казачьей песни «Вольная станица», вокального коллектива «Десногорочки плюс» Елены Ткачевой и Егора Осадчева. Два кинолога с лабрадорами Аквамарином и Лорой представили смоленских спасателей на всероссийской сертификации. Испытания проходили в Подмосковье в три этапа, в том числе и поиск пострадавших в техногенном завале и в лесу. Смоленские кинологические расчеты успешно прошли аттестацию и получили самые высокие баллы. Уже в четвертый год подряд по инициативе регионального управления МВД на базе Ярцевского лагеря «Орленок» проходит профильная смена «Патриот». Сюда приехали 128 подростков со всей Смоленской области. В этом году для них подготовлено множество интеллектуальных и спортивных игр, мастер-классов и тренингов. В феврале прошлого года художники Валерий и Евгения Власовы открыли в нашем городе студию-мастерскую. Обучаться мастерству рисунка к ним пришли много десногорцев. 21 августа в выставочном зале «Феникс» состоялось торжественное открытие выставки работ учеников. Подробности далее. На экспозицию молодые художники выбрали самые лучшие работы своих учеников. Всего посещают занятия 15 человек. Возраст разный, от 4 лет и старше. Мы изначально хотели, чтобы она была разноплановая студия, да, чтобы могли и детки маленькие, которых еще не берут в художественную школу, то есть вот они с 3-4 лет приходят, а те детки, которые, например, не планируют связывать как-то свою судьбу с искусством, но очень хотят. То есть вот как бы рамки художественной школы тоже, опять же, не дают, не всегда дают возможность посещать, да, художественную школу. Вот, поэтому тоже такие к нам приходят. Или наоборот, приходят те, которые хотят поступать, им нужна такая вот уже целенаправленная и усиленная подготовка, там вот, например, класс портрета, класс фигуры, вот мы даем тоже такие занятия. Удивительно, но на занятия к молодым художникам приходят не только дети и желающие поступить в престижные вузы страны студенты, но и взрослые, вполне состоявшиеся десногорцы. Я окончила художественную школу в городе Обнинске в давние времена. И работе с масляными, с масляной живописью, с масляными красками нас не обучали. Ну и, конечно, я пришла к Евгении Власовой и сразу ей сказала, что хочу писать маслом, продолжать, потому что я начинала это в других студиях. Вот так я пришла в студию к Власовым. Но постоянными учениками студии все-таки являются дети. Поэтому именно с их ярких, теплых работ начинается экспозиция. Хотелось показать просто, какие они бывают разные, непосредственные и неожиданные для нас, для взрослых. Хочется отметить самую первую ученицу студии Елизавету Маркину, которой всего 6 лет. Лиза пришла заниматься к Евгении и Валерию, как только они приехали в Десногорск. За этот промежуток времени у юной художницы накопилось много прекрасных работ, и они заняли целую стену. Центр выставочного зала украшают последние картины самих Валерия и Евгении. В основном на них изображены лето и шикарные букеты полевых цветов. Посмотреть на работы и записаться на занятия к молодой чете художников может любой желающий. Достаточно просто прийти и сказать об этом. С 21 по 25 августа в Десногорске проходит профилактическое мероприятие «Скорость». Оно направлено на пресечение административных правонарушений, связанных с превышением водителями установленной скорости движения, предотвращение ДТП и снижение тяжести их последствий. Кроме того, инспекторы ДПС проводят с водителями профилактические беседы, призывают быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. А сейчас новости «Росатома». Российские ученые готовы перевести отечественный автопром на стандарт Евро-6 и даже выше. В Новоуральске уже разработаны и запущены в штучное производство катализаторы, которые делают выхлопные газы в 5 раз чище, чем того требуют европейские экологические нормы. В перспективе уральских ученых создание вечного катализатора, который не будет требовать замены. К слову, за рубежом эту возможность полностью отрицают. We'll be right back.
Это катализатор. Один из самых наукоемких узлов любого современного автомобиля. Именно в нем букет вредоносных веществ, образующихся в результате сгорания топлива, превращается в относительно безопасные выбросы. В Европе содержание вредных веществ в выхлопных газах регулируется стандартом Евро-6. В России официально утверждены более низкие требования. Однако российские автомобили, идущие на экспорт и оборудованные катализаторами отечественного производства, соответствуют последним экологическим нормам Евросоюза. Мы можем сделать катализатор, который будет еще сильнее чистить, еще меньше выбрасывать. Но наша задача сделать изделие не только эффективным, но и недорогим. Поэтому мы делаем ровно такое изделие, которое требуется для выполнения норм. Сергей Денисов работает в компании «Экоальянс» более 20 лет. К слову, в России это единственное предприятие полного цикла по созданию этих незаменимых для автомобилей узлов. Здесь идет разработка, проходят испытания и налажено производство одних из лучших в мире катализаторов. В мире доминируют три транснациональные корпорации, которые обеспечивают практически весь мировой автопром. Мы с нашей лабораторией численностью 30 человек не отстаем от мировых лидеров, а в чем-то даже опережаем. Технология регенерации катализаторов – ноу-хау российских ученых. Аналогов в мире нет. Более того, у западных экспертов сама идея вечного катализатора вызывает недоверие. А между тем, в лаборатории «Экоальянса», дочерней компании госкорпорации «Росатом», эта теория уже частично осуществлена на практике. Боюсь сглазить, как говорится, но результаты есть ощутимые. Мы уже с ними выходим на наших партнеров. Катализаторы «Экоальянса» сегодня устанавливают на автомобили Волжского, Горьковского и Ульяновского автозаводов. Высокие экологические показатели и более низкая по сравнению с конкурентами цена вызывают интерес к продукции компании и у западных автопроизводителей. В ближайших перспективах развитие успешного сотрудничества с концерном «Рено» и поставка катализаторов для автомобилей этой марки. И в заключение о спорте. Смоленские гимнасты успешно выступают на Всемирной универсиаде, которая проходит в тайваньском Тайбее. Студенты Смоленской физакадемии Илья Кибартас, Кирилл Прокопьев, Владислав Полешов и Алексей Ростов в составе мужской сборной России завоевали командную бронзу. Теперь ребятам предстоит побороться за медали в личном зачете. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Десна-tv.ru. Благодарю за внимание. До свидания.